президент Байден, президент США Байден, снова с хамским высказыванием ваш адрес выступил. Хамским? С хамским, да. Не хочется цитировать, но все-таки это президент США, скажу. Он сказал, ваш адрес сумасшедший сукин сын. Вы никогда в адрес никакого лидера, не то что ничего подобного не говорили, но даже каких-то некорректных высказываний себе не позволяли. Вот сейчас так же отреагируете? Послушайте, мы же с вами недавно говорили, и вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента. Я Соединенных Штатов. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для нас, для России, Байден более предпочтительный президент. И судя по тому, что он сейчас говорил, сказал, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он же не может мне сказать, Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог. Мы понимаем, что там происходит внутри политической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная. А значит, я был прав. И то, что я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской. Вы же российский журналист, поэтому и вы меня спросили, что для нас лучше. Вот я как тогда сказал, так и сейчас считаю, и могу повторить, Байден. Спасибо большое. Спасибо.